Congratulations on the victory. Thank you. The game was very competitive, hard fought. I thought their goaltender was very sharp. We had many opportunities, and he was equal to the task. They were aggressive, assertive, intense, competitive, and played a strong game against us. And in the end, they found a solution in overtime and won the game 2-1. Поздравляю соперника. Хорошая рабочая игра. У команды соперника здорово сыграл вратарь. И в общем и целом очень хорошая игра. И в овертайме нашли путь забрать 2 очка. Спасибо за поздравления. Конечно, я скажу, что ребята сегодня, я думаю, зрителям понравилась игра. Была игра интересная. Моментов очень много создавали, что с одной стороны, что с другой. Играли то, что я хочу видеть от команды. Агрессивный хоккей. Где-то были моменты, когда накатывались, зажимали команду соперника в зоне. Ну, в принципе, мы не можем, конечно, еще 60 минут держать. Но я благодарен ребятам, что они вырвали победу, это в овертайме забили. Хороший гол, рабочий гол. Поэтому всех поздравляю, всех болельщиков с большой победой.